перед Новым годом мы парк откроем для жителей, конечно, чтобы могли уже все гулять. Здесь будет украшено к Новому году, установлены елки, какие-то праздничные мероприятия будут проходить. У нас будет организована небольшая рождественская ярмарка, где можно будет приобрести какие-то сувенирную продукцию, там, выпить кофе, погулять. Ну, мы ждем погоды, чтобы залить каток, но здесь мы, скажем так, зависим от природы.